have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. С нами Слайк, Чайник, Котяра. Всем доброго времени суток. Вот, все отозвались, мы все молодцы. Все живы. Здоровы, пока что. Сегодня играем в Who's Your Daddy, в местного разлива. Меня двери чуть не убило. Тут надо детей спасать, а меня самого чуть пришлось не спасать сейчас. Так, быстренько вытаскиваем все из электричества. Вот. Или наоборот... Нет, погоди. Я не пойму, как оно... А, вот так оно управляется, хорошо. Эй, я же убрал все игрушки. В кого банан запихнуть? Иди сюда. Дети, витамины полезны, идите сюда. Иду. Я тебя вижу. Ты отображаешься. Мысли, ты меня видишь. Съешь банан! Парни. Почему я не могу тебя на руки взять? Нет, ты чего натворил? Как мне тебя на руки взять? Иди сюда, мелкий. Нас умер этот. Мне нужна кваталка специальная. Дезерт. Кто-то уже сдох, да. А, точно, блин, а почему я не могу ребенка руками... Вон там, беги. Вижу. Хватай. Как взять? Есть. В печку. Нет, ну ладно. Я слишком мал. Я сожрёт паук. И чё ты... Зачем? Он вырвался! Сломал палку. Так, палкой ему можно просто перенакостылять? Погоди, ну-ка иди сюда. Нет! Нет! А, иди на второй этаж, палку на второй этаж. А, понял, красавчик. Он сядет в машину и задохнётся, стой! Нет! Выпей весь бензин, чтобы он его не выпил. Так, все. Уже. Он уже выпил? Говорю, ползи на второй этаж. Они тебе все равно... Позор, хватит! Ну нафиг! Надо хваталку найти вторую. Ой, хп! А почему хваталка только... Ооо, здравствуйте. Вот, ползи на второй этаж. Там мем есть. Вы вели себя очень плохо, дети. Нет! Осуждаю брать вещи без спроса. Слагу шатал. Он по вентиляции пополз, мы туда не можем залезть. А, он импостер, он ползет по вентиляции. Импостер, инженер. Trust me, I'm an engineer. Ну-ну. Блин, а почему здесь нет изоленты, как в оригинальной игре? Не знаю. Было бы неплохо. Не зря. Куда ты? Стану стоять! Блин, мелкая поползунья. Я выпил мыло, я сейчас сдохну. Как-то ты долго. Я тебе помогу вылазь. Помогу сдохнуть, не переживай. Я его накормил, не переживай, он хп остановил. Чё продержаться нужно? А ты 33. Нет, я хочу сдохнуть. За полминуты ты не сдохнешь. Он на втором этаже, на втором этаже. Дайте скушать эту игрушку. Нет. Так, яблоко, иди сюда. На втором. Ползи, давай. Направо, не туда! А как в него впихнуть яблоко, когда я догоню? Ну ладно, хорошо, что уточнил. Стой! Куда? Почему? Мы выиграли. Мы выиграли! 4 секунды. Вот, ну как так-то? Я еще на первой минуте сдох. Фу, родители победили, да. Так, кошмар, зарство, что? Давайте. Может, Hungry Games? Так, Nightmare, давайте кошмар. Давайте Hungry Games. Это хоррор, родители выживать будут. Parents Nightmare, hunt your parents. Блин, а мы не можем ползать? Мы поменялись. Нифига, ты, конечно, красивый. Мы должны их убить. Фрум, мы должны их убить. СК. Ай! Беги! Почему? Не ешь, подумай! О, остался один. Машина. Ай. А как с вами взаимодействовать? Никак. Беги, прячься!
Так, ну-ка. Хорош, кот. Что это тебе дает? Ну-ка, ну-ка. Ничего на самом деле. А если я ничего не вижу, где мне фонарик-то взять? А, тут молоточек нужен. Блин. Смех смехом, я ни разу в оригинал не играл. То есть я знаю эту игру, я видел ее, все дела, но я ни разу в нее не играл. Ой, ясно, читер. Я про кота. Нет, я совсем не летаю в воздухе. Про кота-коты? Оп-оп, привет. А где он? А, вижу. А ну стой! Где вы? Я бегу за тобою. Что, где он? Я в тебя баскетбольный мяч кину. Нет, уйди! Нет! Больно! В ноге. Хороший звук был. Нет! Устно! Давайте Hunger Games. Hunger Games. Кто это придумал? Это же Hunger Games, ладно, короче. Голодные игры, это сериал такой был. Нет, я имею в виду, что оно же произносится как Hunger Games, а не Hungry Games. Может, мы голодные. Ну, игры. Папа, я голоден. Привет, голоден. Я папа. Так. А! Бей друг друга, бей! Воюем! Так это Battle Royale! Как мы подобрали пушку? На! Блин, почему на, вы крепкие? Меня убили. Ау! Пожалуйста! Нет, да! У меня была последняя хп. Я себе представил на секундочку, как это выглядит. Манеж среди комнаты, и такие четверо родителей собираются с детьми, кидают туда детей, кидают туда отвертки. Типа, давай! Мне кажется, это незаконно. В самом начале, да, очень мало количества хп прогоцали, и я подумал, что это прям это... Под рейджем. Кот, иди за мной, кот, идет за мной, кот, идем за мной. Покажу классное место. Так, мне нужна тогда хваталка. Его нафиг. Короче, смотри. Да, ребята, очень классное место. Мы же в душе, так нельзя. Уйди! Почему я за... Игра, хорош, успокойся. Где их вытаскивать? Надо никого вытаскивать. Убирай его отсюда. Опа. Да, правильно, держи меня там. Куда его надо? В коробку. О, в коробку закинь вот сюда. Офигели, что ли? Не-не-не, давай. Нет, вернись. Эта штука неуправляемая. Да иди ты нафиг. Вы ребенка не успели спасти. Нет. Ребенок, нам главное хотя бы одного оставить живым. На здоровье, у нас есть второй. Да куда? One baby remain, да, вижу. Эта штука лагает, я тебя сейчас буду таскать туда-сюда. Ты ничего не сделаешь. Та... Попробуй поймай. Ааа, меня зажало дверью. Стоять! Кидай тостер ванну! Методы Хитмана, да? Тостер ванну. Никим сила. О, тут есть еще и такое, ну-ка. Офигеть, как это весело. Тут есть игровая. А можно стать взрослым? Нет, поздно. Ну вот сейчас мы в катку начнем. Блин, нет, Дезерт сейчас умрет. Я уверен, yeah. Что-то делает. Я потерял ребенка. Ну-ка, вот давай, дай десерт. Дезерт. Блин. Где оно? Ты застрял. Десерт, да. Ты застрял. Ладно, пойдем в другое место. Да блин, ладно, а чё? С батарейками в ту пещеру. А ну тихо. Кого? Наешься батарейками, наелся и спит уже, да? О, это тихо. У тебя я вон ушел в пи... Нет. Я хочу вы... Что? Что со мной не так? Почему меня колбасит? Ты печь забыл включить. Включите печь, пожалуйста. Мне холодно. А, да. Пион. Я не знаю, эта штука глюкает. Каждый раз, когда я хватаю ребенка, происходят какие-то страшные вещи. О, это очень хороший способ умереть. Давай, чувак. Ты собрался его отпылесосить?
Ну, потом он... Я обладатель стенда D4C. А где ты? Я? Я. В мире ином. Дай подсказку где-то. Ну, нет. Да, уйди. У нас один этот остался, один младенец. Он не тонет случайно? Нет? Десерт, можно дать ему? Не, это неинтересно. Погоди. Куда вы идете после тяжелого дня? Такого жаркого. В бассейн? Душ. Какой душ? В душе ж не было никого. Ни души! Блин! Сдохли мелкие. Я теперь хочу тоже побыть ребенком. Прум, нам нужно побить их этот. Ногами. Рекорд по смерти. Да, ногами побить. Прум, иди со мной. Давайте я буду родителем, пожалуйста. Да, кто уродливый родитель? Прум, пошли за мной. Давай, поехали. Где палку взять, хваталку? Не надо тебе. Фрум, за мной, вообще прям. Все. А ну стой. Возьми его, лови его. Как сесть. Вон они. До свидания. Ладно. Нет, стой. Я тебя выиграю. До свидания. Делаешь. Заходи, Фрум, заходи. Фрум, не сюда, за мной. Что тупые? Куда? Ты где вообще? Я мелкий, я тебя не вижу. А, во, вижу. Ой, тут можно... Ой, тут сейчас вкусно будет. Вы где? Вилку в розетку, отдай вилку ту! В глаз? Забирайте. Блин, ну тут надо вилку. Они на улицу бегут. Вилку выбирай. Отобрали, твари. Нет. Фу. Ну, стой. Нет. У меня роблот. Ты отписает один. Все, контролируй Фрума. Ага, я ломаю. Эту штуку. Так вы это делаете? Что? Что ты делаешь? Скот, ты не в ту сторону воюешь. Фрум, мы спали. Если бы ты был быстрее, они бы не спалили на супер нычку. Я за вами иду все время. Шел все это время. Да. За вами игрушки все время убирать, где вы? А так. Мы же пересоздадим сервер, чтобы я не скучал. Аривидерчи, я отъехал. Сейчас пересоздадим. Есть идея. До свидания. От чего? Все, тогда минутку сейчас. Сколько? Откуда? Итак, продолжаем. Сколько у тебя там? Не надо. Я, они потрачены, ничего не знаю. Они потрачены, да, так что. Потрачено. Wasted. Вмешив, пойдем. У меня как минимум три хороших скина. Качественных. Алле, Фрум. А, что? Пойдем. Ты запускал World War 3? Нет. Он у нее не запустится. Почему? Она ни у кого не запустится. У Зена не запустилась. Не надо, это самый зашварный способ. А что с ней не так? Он не работает. А, ну ладно. А, не там надо. Просто сервера мейлрушные, это уже исконно плохо. А, не, не, я даже и пробовать за не буду. За котом следи, я с Дезертом разберусь. А где он? Да там бегает где-то. Не окупается. Нету, это не кот. Мелкая гадость, а ну стой! Нет! Ты мне не понимаешь, я же так спрятался. Верю. Давай по-честному. Куда? Ну пошли фруктов поедем. Блин, да тут 100-500 способов самоубийца, вы чё? Блин, тебе плохо, наверное? Мне хорошо. Свечу будешь? Нет, не буду. Не надо, я знаю, как её применять, не надо, пожалуйста. Не жри мусор! Я не хочу жрать мусор! Не отпусти меня обратно! Я не хочу! Только не на улицу, нет! Подожди, Дезерт, ты где? А вот он ты. Да блин, нашел меня! А как мне вырваться? Мусорка посреди прохода. Так, я пошел за фруктом. Ой, как вкусно! О! Вилка! Отдай! А, ты чё? Робота заряжет! Нет! Он не заряжен, в смысле, он не это. Вот, ты хочешь сказать, что у тебя жизнь не уходит? Нифига! Да ну я же. Сейчас я! Кто? Давай! Нет! Залазь! Бабушка! Я включил, залазь! Кто придумал держать розетки возле туалета?
там смартфон надо заряжать с утра? Вы чё, вы офигели? Отошёл. Это мой Оскар. Отошёл. Отдай. Нет. У нас ребенок сгорел. У нас борьба за тостер. Нет, стой, ты последний ребенок в семье. Блин. Я смогу. Тащи тостер. Пихай в него фрукты. Вот, хватай вилку, тыкай их в ней. Я слагу четверть хп снес. Стой, мой тостер. Отдай тостер. Я вилку возьму. Нет, все, не надо тебе вилку. На этом, на кухне, у меня в моем трупе. Вон, вилка на этом. Ой, я не подсказывайте. Блин, я на банане подскользнулся. О, хорошо. Так, это огрызок. Я не могу встать. Ты сломал свои маленькие детские ножки. Я подожду, пока мы выиграем. Все, крутись на голове. Давай, брейкдэнс. Помогите! Это нечестно! Ой, я поскользнулся. Ух ты ж, нифига себе! It's not fair! Побед за нами! Надо тебя потыкать вилочкой просто для профилактики. Ты наказан! О, это ржавые вилки. Что будет, если в ребенка тыкнуть ржавой вилкой? Не делай этого! Рум! У меня возникли к тебе вопросы. Да он экспериментатор просто. Ну я же не могу в реальной жизни поэкспериментировать. Дайте хотя бы тут. Нет, я не хочу проиграть. А ты скажи, хочешь? Кот. Он в реальной жизни так экспериментирует. Я чистый, не надо. Мы победили. Минуточку, как мы победили за 14 секунд до конца? Ты его что, в пылесос в пылесос можно затащить ребенка? Надо проверить. Стоп. Каждый день мы узнаем что-то новое. Вот. Он дует. Коту тоже сначала не нравится. Пошли за мной, у меня есть план. Так я хочу попробовать что-то. План един. Шрек. Ты, короче, там, да, откисай, а я буду кататься на своей кипермашинке. Блин, стоять. Я нашел, короче, здесь дробовик. Не надо ничего там пробовать. Кто? Я где? Просто а, вот. Попробуй не одну штуку. Ты КБН момент? А еще я нашел собак. Знаете, почему все так гоняются за Майкой Джексона, да? И за курткой Бэйна. А ребята, я умер. Больше не кидайте тостеры. Привет. Иди в ванну, потом не посмотри, что случилось, если я кину тостер. Слаг! Пулечка хп. Иди в ванну, посмотри, что с тостером. Блин, я... Нет, черт, моя машина попала в... Я обязательно сдохну. Пошли. Смотри, что стало с тостером. У тебя не хватит батареек. Я тебя откормлю. Нет, отдай вилку. Три дня. Оп! Я буду воевать! Ром, привет! Да. Можно? Ну как вилку отобрать у ребенка? Вы чё? У меня же руки есть! Еще один! Дима, свой! Нет! Извините, Дима, не вот. Свали! От розетки! Я сейчас убью твоего коллегу вилкой! Отойди, а то я его убью, да? Ну, зато теперь ты можешь хвастаться, что выбрал правильный вариант. Какой правильный вариант? Отдай вилку! Откисать! В смысле? Меня можно было убить вилкой? Да, вопрос. А, ну я зареспаунился, мне пофиг. А, да? Иди сюда! Ванну иди! Пылесос! Пылесос! Давай, забирай. Так, а это что? А, это игрушки. Блин, я черный уже, из-за того, что мне плохо. Я вон одного уже откачал из зеленого состояния, сейчас он... Где ты? Я иду за тобой. Так. Грун, ты меня не видишь привет, вообще? Привет. Да, если пошара. Не надо, стой! Я тебе... Ладно, я сдохни. Победил! Сдохни! Быстрее! Один Бабби. Я раньше понял. Один Бабби ремайнс. Один Бабби. О, смотри! Где, короче, что? Короче, ванну иди, ванну бассейн. Иди. Это тостер. Вода. Вот что это... ты с тостером сделал? Он сломался. Комбо! Прям чуть-чуть. Привет. Отошел!
Но я не могу никак, почему вот эта фишка, почему я не могу ребенка руками тупо схватить, надавать ему, знаете, там, под подгузнику и... Зарежу! Бебики выбрали. Ладно, я предлагаю запретить использование бассейна и воды, потому что это слишком имба, детей в руки брать нельзя. Не, ну есть же в этот хваталка, то хваталок должно быть как минимум две. Но, я думаю, что на этом будем сегодня заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. И всем покеда. Всем покеда. И пока. Всем пока.